Чувашском театре юного зрителя необычная премьера. Коллеги, друзья, знакомые, родственники и зрители увидели первый тираж книги «40 саженей Красной горы», выпущенной в память об известном режиссере, актере и педагоге Иосифе Дмитриеве. Книга – лучший подарок, который можно оставить на память потомкам. Если бы Иосиф Дмитриев успел, он бы собрал ее сам. К сожалению, он ушел в ноябре прошлого года, оставив после значительное творческое наследие и верных друзей. Они подготовили к печати сборник стихов, поэм, статей и интервью мастера, в котором он раскрывается с неожиданной стороны. Всем известно, что Иосиф Дмитриев – первый исполнитель роли Сеспеля. Режиссер, театровед. Многие знали, что он пишет стихи, но лишь увидев его творческое наследие, собранным воедино, читатели осознали, насколько оригинальным поэтом он был. Книга вышла благодаря писателю и драматургу Борису Чиндыкову и художнику Станиславу Михайлову Юхтару, чьи мифологические картины и рисунки удивительно созвучны произведениям мастера, родственникам и друзьям. Кстати, сегодня, 27 июня, Иосифу Дмитриеву исполнилось бы 72.